Всем здорово, с вами Старпюра, это 12-я часть прохождения Resident Evil. Я уже пробовал ее записывать дважды, один раз я даже 4-1 главу прошел, но мне не очень понравилось, как я забыл, точнее, забрать револьвер-бабочку, которая самая мощная в игре, и ее можно получить на халяву, а не покупать. А второй раз, когда я пытался пройти уже на чистую, меня дважды убили в одном и том же месте, и, в общем, я подгорел немножечко. Но сейчас я снова полон решимости все закончить нормально, и поэтому начинаю главу 4.1 заново. Начинаю с того, что забираю все, что нашла Эшли. Нашла она не так много, правда, но... Блин, ну это лучше, чем ничего. Так, еще одну травушку. Все, найс. What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Все, я ему покажу, но чуть-чуть попозже. Сейчас я хочу вернуться назад и сделать то, что не сделал в предыдущем прохождении, в предыдущей попытке. А если быть точным, это забрать бабочку. К сожалению, бежать придется довольно долго. И единственное, что будет разбавлять маршрут, это несколько врагов, но их будет не очень много. Ну, это Resident Backtracking. Пусть в четвертой части и гораздо более слабый, чем в предыдущих классических резидентах, но все равно он имеет место быть, так что чего жаловаться. Тихо, тихо. Если бы я еще не мазал так жестко. Так, а этот умер, а кто не умер? Ага, этот не умер. Понял? Все, конец. Эти враги закончились, но будут еще двое, по-моему. Или даже трое. Так, вот в эту дверь мне нужно идти. С этим я разбираться не буду. Потому что туда мне не нужно, а нужно только сюда. Да блин, понацепить этих масок. Мне потом учись. Так, еще и патроны для ТМП отсыпали на халяву. Спасибо. Спасибо. Так, забираем патроны, шпины или вообще все, что есть. Траву в том числе. Так. Здесь, по-моему, будет змея. Сюрприз. Змеи нет, ура. А вот она. Коричневое яйцо дали, окей. И еще один шпиналь. Ну, сойдет. Попади тоже, спасибо. Так, выходим сюда. С ноги врываемся. И вот мы почти на месте. Там вот большое окно, куда я могу посадить Эшли, но не мог этого сделать раньше, потому что Эшли со мной не было. Теперь могу. Ну, а залезет внутрь этой комнаты и откроет мне дверь изнутри. С ноги заходим снова, забираем 5000 денежек, забираем красную траву еще одну, забираем флакон духов, красивый, подчеркиваю, забираем бабочку. Бабочка — это аналог магнума из предыдущих частей игры. И на полной прокачке
чем я и займусь. Все свободные бабки — это будет самая крутая пушка в игре. Все, возвращаемся обратно. Теперь ничего нас здесь больше не задерживает. Сюда же вроде, да? Или нет? Сюда что-то я начал блуждать. Где Эшли? Follow me. Какого черта она вообще осталась там? Ну, придется подождать, потому что меня без нее никуда не пустят дальше. Так, почти добралась. Здорово, погнали. Так, игнорируем типов слева, пускай они там между собой разбираются. А, нет, стоп. За дверь. Вот, нужная. Блин, как же это долго, если честно. Вот эта беготня вся отнимает столько времени. Ну, что поделать. Почти на месте. Так. Последние три шага. И вот мы пришли. Так, заберем сразу все, что здесь есть, чтобы к этому уже не возвращаться. Но есть что-то не так уж и много, к сожалению. Ну ладно. Так, Эшли подождет меня здесь. Мне нужно добыть квестовый предмет, без которого дальше не могу двигаться по сюжету. Но я надеюсь, это слишком много времени не отнимет. В прошлый раз я управлялся, наверное, минут за 5. Как вы поняли, мне нужно к синему сундуку, но мне будут активно мешать всякие местные упыри. Минус один. И. Блин, не хочу тратить патроны для снайперки. Все, придется тратить патроны для снайперки. Не успел я по нему попасть, пока он был виден полностью, поэтому придется выцеливать его плечо. Не вышло? Вышло. Хорошо. Так, время дробовика. Два бонусных сундука я получил за убийство этих типов. Там будут денежки. Денежки мне теперь уже очень нужны, скажем прямо. Так, патронов что ли нет? Как же есть? А, у меня полная бомба. Ок, понял. Прыгаем сюда. Прыгаем сюда. Успокаиваем этого парня. Успокаиваю этого парня. Еще один кулон. И теперь нужно перезарядиться, стриггерить следующее событие. Так, сейчас я могу, в принципе, успеть кое-что очень быстро сделать. Главное, не тормозить. Ну, конечно, это не про меня. Ладно, давайте сначала разберемся с этими типами, которые тут упрыгивают. Так. Так. Какого это хрена у тебя башка отросла? Пошел в жопу. Не вставай, не вставай. Хорошо. Стой, нет. Блин, а что думал, что я его ушатал?
Так, готов. Все, по-моему, они закончились наконец-таки. Так, смотрим, что по патронам. Ну, коробка минус. Я думал, немножечко, может быть, если повезет с дропом, иду в плюс, но нет. С дропом, к сожалению, не повезло. Ладно, главное теперь не встрять под этот вот огонь. Нет, блин. К сожалению, здесь вот эта вот беготня. Так, вот пока он жарит, бежим сюда. И вырубаем его. Как два пальца. Все, здесь всех поубивали, и теперь законная наша награда – это последняя часть из рельефа, который нам нужен, чтобы продвигаться дальше. У меня уже были две части собраны из трех, и, наконец-то, я забираю последнюю. Так, запрыгиваем сюда, запрыгиваем сюда, и возвращаемся к Эшли. Она нас, небось, уже там заждалась в одиночестве. Так, здесь ничего нет. Можно сразу ехать в другое крыло замка. Все, выходи. Так, здесь тоже пусто, и, соответственно, только две вазы в этой части разбиваем. Так, дробовик это хорошо, шпиннель это тоже, в принципе, неплохо. Открываем замок, и вот мы в центральном поле. Давайте вставлять все, что мы нашли. Первый пошел. Второй пошел. Блин. Быстрее через инвентарь делать, чем через диалог. Ну ладно, сойдет. Так, можешь пока постоять здесь. Я пока сбегаю. Немножечко обогащусь за счет Салазара. Садлера. Плохо, и еще там одна штуковина нас ждет. Вот она. Готово, теперь нужно возвращаться. Жалко, нельзя спрыгнуть с балкона. Это заняло бы куда меньше времени, чем это беготня. Ну ладно, хрен с ним. Ради лишней денежки можно и побегать, мне кажется. Тем более здесь не так уж и далеко. Follow me. Пойдем. Еще одна телега возит у нас. Он у нас еще дальше. И все ближе получается к нашей цели. Так, бьем эту вазу. Еще патроны. И с другой стороны еще вазон. Бирюза. Хорошо. Так. Что, сначала направо сходим к торговцу.
масло отрежем. Тут у него все. Вот еще патрончики. Забираем. Ну и давайте апгрейдить бабочку. Только сначала я продам все, что у меня копилось. Все сокровища. Ну, почти все. Флакон, до свидания. Кулон, до свидания. Браслет, до свидания. Камень еще понадобится, по-моему. Бирюза. Нормально, 183 куска. Улучшаем Нет, улучшаем бабочку. Улучшаем мощность, улучшаем емкость обоим. Скорость перезарядки мне, в принципе, без нужды. И сейчас я еще сделаю кое-что. Я сохраню игру. Потому что будет место, в котором... Меня как-то не идет, мягко говоря. Поэтому я хочу себя обезопасить и предпочту сохраниться здесь. Так, понадобится мне дробовик. Вот так вот. Что-то здесь есть? Есть, конечно. Еще один шпинель. Ну, неплохо. И документ какой-то. Получен образец. Как вам уже, наверное, известно, Лоис Сера был схвачен лордом Садлером. Образец вернулся в руки истинных владельцев. Я надеялся, что мы сможем разобраться без вмешательства лорда. По крайней мере, теперь мы можем радоваться тому, что образец снова в безопасности. Теперь, когда образец в наших руках, предательница не сможет забрать его. Очень жаль, что вследствие всего случившегося Сера покинул этот мир. Его ожидало светлое будущее, если бы он проявил верность нашим идеалам. Что же касается американцев, то лорд позволил нам заняться ими. Давайте не будем разочаровывать лорда. Мы должны схватить Эшли и привести ее к лорду. Американского агента нужно уничтожить. Ну что, могу пожелать только удачи в их начинаниях. Уничтожить меня будет не так-то просто, учитывая, что я могу перезагружаться до бесконечности. Такой вот маленький чит. Как вы видите, здесь две статуи с занесенными топорами, что намекает нам на крутые сцены. Времени, правда, здесь дают достаточно много, чтобы среагировать, поэтому ничего особо опасного они себе не представляют. Зато опасность будет вот здесь. Слишком подозрительно за уже просто одним своим видом. И, скажем так, придется здесь попотеть. Так, а где трава? Должна же быть трава. Я прошла, вот она. Прекрасно. Нападет гнев на того, кто потревожит эту священную чашу. Взять пример чаши короля. Да? Забираем чашу короля. Двери опускаются. И у нас ходят рыцари. Здорово, ребята. Сразу я получил щи незамедлительно. Так. Придется хилиться, ничего страшного, к этому я был готов. Главное не потратить обе хилки. Так, двух я вырублю сразу с помощью флешки. Да ладно, ну что такое, я ж тебе два раза засандалил башку. Так, если честно, все довольно как-то так себе. И вторую порцию нам подвозят врагов. Они более опасны. Я постараюсь как-то, не знаю, выжить для начала. Так, двое. Флешечку. А, трое. Отлично.
отдыхайте. Вот сейчас все очень круто получилось сделать. Даже как-то подозрительно легко. По 6500 нам оставляют эти крутые рыцари. Так, что по патронам? То есть патронам еще неплохой запас. Хорошо, я рад. Так, все. Чашу забрали. Здесь больше нам никто не угрожает. Если можно забирать с собой. Берем пестик. А следующее, что нам понадобится. И идем теперь в левую часть. В левую дверь, точнее. Так. Wait. Ну, стой здесь. Сейчас нужно раздвигать статуи. К счастью, в отличие от всех предыдущих резидентов, Леон в этой части статуи двигает очень быстро. Поэтому и так скучно, скажем прямо, этим заниматься. Так, и сами становимся на эту плиту. Двери открываются. Follow. Заходим. Think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Мелкий жулик. Ладно, главное не терять самообладание и просто расстрелять 4 индикатора. Все. Простейшая задача, на самом деле. Так, патроны для пистолета. И вроде бы здесь больше ничего нет. Давайте проверим на всякий случай. Тины. Да, ничего нет. В общем, окей, выходим дальше. И здесь нас ждет... А, да, помню, помню. Матало! Матало! Не будем тут, короче, изобретать велосипед. Возьмем снайперку и просто... Ай-яй-яй. Плюс один. Плюс второй. Нашли. Молодец. Так. Можно пока пособирать всяких штук. Шпинель. Патроны. Еще патроны. Здесь у нас ждет вторая чаша. Чаша королевы. Так. Ну, еще и шахматная доска. Забираем. Хотя вроде бы ничего здесь нету больше. Окей. Так, смотрим по сокровищам. Исследовать. Шахматная доска, красиво оформленная шахматная. Скорее образца можно ее, значит, продавать. Сразу никаких упоминаний о каких-то отверстиях и так далее нету. Сбиваем замок и выходим. Так, флешечка, забираем флешечку и давайте-ка посмотреть, что нас ждет впереди. А впереди нас ждет неприятное местечко. Может сохраниться еще раз, да, пожалуй, я так и поступлю. Так, прекрасно. И двигаем в неприятное местечко. Да без проблем. Матано. Думаю, на этом можно перестать тратить патроны для снайперки.
Так, деньжатки. Здесь у нас еще деньжатки, еще деньжатки. Шесть патронов осталось свободных для дробовика. Это очень мало, но... что-нибудь придумаем. Так, еще бирюза. Жалко, что здесь патроны нельзя покупать. Наверное, это было бы немножко дисбалансно, конечно. Но... жизнь упростила бы, в всяком случае. Так. А, вот еще четвертое. Хорошо. Я даже с первого раза попал, что совсем уж удивительно, скажем прямо. Реалистичный лес там за окном, какой мы могли наблюдать. Так, это королева, значит, отдаем ей чашу королевы. А королю, соответственно, чашу короля. Заходим. Что же мы здесь видим? Длинный коридор очередной. Да блин, вот так и знал. Я еще так постоял, подождал, пока, блин, она меня атакует. Ладно, мой фейл. Чего уж скрывать. Заходим. Такая вот красота здесь лежит. Так, кое-что. Так, вот красная трава, здорово. И наверх слазим. Бундучок. Лампа с бабочками. Смотрим. Лампа с бабочками, изящная лампа украшенная бабочки, на ней есть углубление, в которое можно что-то вставить. Уже намекает нам эта фигня о том, что можно туда вставить и, соответственно, с кем придется повстречаться в ближайшее время. Так, окей, погнали. Уволокли опять Эшли. Мурабл, да. Да хрена их здесь. Ну, спасибо, что хотя бы не невидимые. Если бы они были и невидимыми, и летающими, это было бы, ну, совсем уж печально. Вот и все. Так, забираем все, что на дропали. Дропали нам очень неплохо, скажем прямо. Плюс на дропали нам вот такие штуковины. Одну только, ладно. А нет, следуем. Еще два слота. Пропали нам только один, к сожалению. Ну,
Ладно. Так, ну и эту ботву надо бы, наверное, посмотреть. Ну-ка, упал. Плохая гранатка. Ладно, воспользуемся темпахой. И здесь у нас прям их куча. Наверное, стоило бы самые крутые повставлять в чашку. Я уже, правда, блин, слот занял. Но сейчас мы посмотрим, что дороже. Так. Наверное, фиолетовый самый крутой. Я так подозреваю, поэтому... Хотя ладно, я не буду сейчас ничего пока что вставлять. Когда я убежу, что фиолетовый самый крутой. Кстати, что-то у меня так... Места как-то много стало. Съем яйцо. Точнее, немного, мало наоборот. Интересно. Ладно, по барабану. Пойдемте крутить ручку. Нужно нам этот мост подвесной опустить. А для этого нам понадобится вот этот рычажок. Потянуть, конечно, потянем. Давай. И сейчас метким выстрелом убиваем оба крепления. Кстати, там наверху что-то светится. А глюч тоже. Так, давайте-ка другой ракурс возьмем. Наверное, глючит. Будем считать так. И чалим сюда. Что по карте? По карте у нас будет и мерчант, и сейвром. Отлично. Спасибо за патроны. Еще есть что? Чего нету? Ладно. Редкие товары появились. Так, бабочка. Можно еще уметь улучшить и еще улучшить. Так, смотрим. Синий глаз стоит 3000, красный 1500 и зеленый 1000. А какой я уже вставил? Я ставил красный. Ну, хорошо, что не зеленый. Что? Может, здесь они вставляются каждого цвета по одной? Да, видимо, так и есть. Ну, ладно. What are you buying? What are you selling? Так, шахматную доску сливаем. Это пока не трогаем. Лампу сливаем. Ну и это все тоже сливаем. Все? Все. Хорошо. Еще раз я сохранюсь на всякий случай. И погнали дальше. Так, двое парней. Пожалуй, я их уработаю со снайперки сразу.
Так, по бокам ничего нет. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Так, Эшли уволакивают, ну а мне придется пока что по вот этой башне полазить волю. Так, здесь все закрыто, поэтому сразу в обход отправляемся. Тыкай в меня пальцем. Ну. Плохой крит. Легчаешь. Ой, патроны для снайперки подвезли, вообще здорово. А второй, интересно, дропал что-нибудь? Только один. Уже нет. Ладно, все равно хорошо. Более в коробке лежали еще патроны. Так, а где, собственно, дверь? Чуть я тут круги нарезаю, а как войти? А, так вот же она. Окей. Так. Смотрим, что здесь у нас есть. Спрыгиваем вниз. Здесь все заперто, но мы можем пока ящики полутать. Их змей тоже, к счастью, нет, что не может не радовать. Так, понял. Ренашечки. Ладно, так, смотрим. Часовой механизм. Поднимаемся выше. Нам нужно будет его запустить. Но этому кое-что мешает. Если быть точным. Да, вот она. Первая штуковина, которая мешает запуску механизма. И еще таких должно быть две. Осталось их только обнаружить. Так, вижу еще одну и еще одну. Хорошо. Можно сразу забраться наверх. Я думаю, будет оттуда попроще их выцелить. Но сначала посмотрим, может быть, что-нибудь здесь можно утонуть. Да, патроны, нормально. Так, где они? Вот еще одна. А, вот же она. Так. И смотрим, ищем вторую. И где? Где же? Что за фигня? Они же сверху были обе. Так, ну и что это за дела? Что ж ты будешь делать? Я ее не вижу, хоть убей. Может, еще выше надо подняться? И оттуда она будет видна. Ладно, давайте попробуем. Если что, спущусь. Чего? А, вот она, прекрасно. Так, трава. Подготовка к ритуалу. Вообще, я траву хотел забрать.
Подготовка к ритуалу. Благодаря Навистадорам нам удалось захватить Эшли. Нужно подготовиться к священному ритуалу как можно скорее и сделать Эшли официальным членом Лос Иллюминадос. Пока мы готовимся к ритуалу, те из вас, кто готов служить, может навестить нашего американского друга. Мы должны держать нашего друга подальше от себя, пока не работают шестеренки часов на башне. Я думаю, что если мы застопорим их в трех местах, у нас будет достаточно времени для подготовки к ритуалу. А теперь вперед, развлекитесь с нашим американским гостем. Ох, развлечения. У них все на уме. Так, смотрим, что здесь у нас. Так вот можно сделать. Погнали. Так, сейчас здесь нареспится куча врагов. Я не буду с ними сажаться, ну, точнее, с теми, которые мне не мешают. А буду просто наломом бежать на выход. Бей. Вставай, вставай. Хорошо. Yes. Эй-эй-эй. Ну где спрыгнуть? Вот спрыгнуть. Хорошо. Вот еще с десяток ребят. И даже лютый бомбардир. Как-то я совсем охренел, если честно. Слишком смело я бегу сюда. Смешно тебе? Ай-яй-яй. Да ладно, как ты подобрался? Блин, еще это хрен надо было выходить сразу. Че вообще тут? О, пощады, просто пощады, пожалуйста. Да, все плохо сделал. Очень плохо. Ладно, выходим. Сейчас только еще вот эту коробочку залутаю. Если бы здесь была змея, то это вообще был бы полный провал. Но пока что повезло. Что это с вами сделать такого плохого? Может так? И еще. И еще. И даже гранатометчик. Меня убили, блядь. Ну, это нормально вообще. Ладно, смотрим, откуда я должен начать. Ну, нормально. Нормально. Я согласен. На плюс одну смерть.
Ну как ты встал? Я думал, я тебя убил. Да что ж ты будешь делать? Еще это хвоя вылезала. Да, бляха-муха. Что происходит? Когда я проходил это место самый первый раз, тот тип с гранатометом выстрелил прямо в толпу по своим, и все померли. И я был уверен на 100%, что это, ну, типа, какое-то такое заскриптованное место. Что всегда так будет происходить, но, видите, ни хрена подобного. Так, ладно, я буду пропускать вот эти вот убегания. Да ладно. Вот уже, блин, не думал, что конкретно на этом мосту я столкнусь с такими проблемами, если честно. Дальше будет очень сложное место, как по мне. Но здесь я не думал, что, блин, так, я буду мучиться с рядовыми, в общем-то, врагами. Ну вот почему я не попал. Реально думают, что руки помогут, я не понимаю. Так, сзади все чисто. Патроны для магнума, прекрасно. Ну что, ты один. Как успехи? Серьезно. Повезло, что он меня боится больше, чем я его. Все, патроны для дробовика закончились, увы. Так. Там нечего забирать. Здесь тоже, по-моему, нечего забирать. Давайте проведем ревизию, что у нас осталось. 4 зеленых травы. Это, в принципе... Плохо, только их 3. А не 4, как я считаю, хрен его знает. 2 обычные гранаты. Зажигательные, 3 флешки. Патронов для рыбаяка нет. Вот это плохо, конечно. Ну, я что-нибудь придумаю. Ладно, заходим. Видите это? Вот западло вот такого. И как я не попаду? Нужно что-то как-то придумать. Они серьезно меня не видят? Ладно, те слепые, с этим ничего. Может, все-таки можно ракурс выбрать нормальный? Нет, понял, не враг.
Так. Черт. Это поворот. Думал, он сюда не может забежать. Он может, он забежал. Так, ладно. Так. Надо жрать всю траву. Так, с рядовыми врагами разрулили. Осталось два слепых типа. Окей, Валера, настало твое время. Вот, блин, как-то вы так ходите неудачно, ребят. Чё сюда-то? Оставались бы там, в коридоре. Там два колокола висят, в принципе. Я могу ими воспользоваться, но проблема в том, что как-то надо до них добраться ещё. Ё-мо, народ, еще двое вышло. Как так-то? Они бегут на меня, они бегут. Блин, почему они не стреляют, не дамажат своих же чуваков? Это было бы логично. Бляха-муха. Бляха-муха. Окружен, но не сломлен. Пошел он. Не знаю, что делать, если честно. Слишком я опасаюсь вот этих ребят. Ну, прекрасно. 15 косарей. Поворачивайся спиной. Поворачивайся спиной. Хрен это встал. Так. Так. Еще разок. Прекрасно. Ладно. Это было долго, занудно. Но я все же смог разрулить это место. Ура, ура. Еще 15 косарей. Патроны для дробовика. Блин, вот по патронам, конечно, полная жопа.
все. Больше ничего нет. Тупо комната-ловушка. Так, что здесь нас ждет? Два шпинеля. Окей. А выше что? Выше ни хрена. Ладно, заходим сюда, значит. Эшли. Леон! Мистер Кеннеди, don't you know when it's time to throw in the towel? Satisfying sound of one's impalement. Don't fall for this old trick. Ah! How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Мелкая истеричка. Ладненько. Попали мы в какую-то лаку. И, видимо, истеричный Салазар. Ни одного меня сюда отправляют. Так, давайте пока пособираем дроп, которого здесь много. О, кстати. Можно дозарядить сразу револьвер. Так, 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 так. Ну, в принципе, норм. Берем эту гранату. Что здесь еще? Корона. Все. Да, похоже, что все. Хорошо. Смотрим, что за корона. В короне есть 2 углубления, в которые можно что-то ставить. И, судя по виду камешков... Это не такие, да? Да, это не... Ладно, хорошо, понял. Welcome. Смотрим, что здесь появилось. Здесь что-то, да, появилось. Это дробовик Страйкер. Значит, что мы делаем? Мы берем наше легкое ружье и продаем его. И покупаем дробовик Страйкер. Is that all? Так. Смотрим, что-то можно улучшить. Так, в бабочке новых не появилось, а здесь можно урон и обойму сделать. Окей. Ну и заодно избавимся от всего, что нам не надо. Корону пускай будет, браслет можно продать. Бирюзу можно продать, и шпинели можно продать. Все. Все остальное пока что надо. Ну и сохраняемся. Полезли наверх. Так, бирюза. Хрена, красная трава, прекрасная. Как раз под эту вот колбочку она идеально подходит. Так, и дальше чешем. Это, видимо, битый глаз той самой правой руки. Еще шпинель.
Тоже пусто. И вот дверь. Так. Сразу берем бабочку, потому что только она меня и спасет здесь. Очень жесткий тип. Так, стоим, смотрим. Понял? Сначала сюда. Будет он меня напрягать некоторое время вот таким вот образом. А потом появится лично. О, кстати, дробовичок. Плохо. Силовая остановка включит питание, да? Включаем. Теперь лифт может работать. Вот только меня запирают. Пожалуйста, подождите 4 минуты до прихода лифта. Запирают меня в одной комнате с маньяком. Точнее, они думают, что меня запирают. На самом деле, открыть, да. Кажется, ее пока нельзя открывать. Ничего страшного. Здорово, красавчик. И не ори. Все, ладно, понял, хорошо. Так, где эта штука? Разбиваем. И вот только когда он вот такой вот, мы можем по нему дамажить. Все остальное время, увы, нет. Поэтому придется его кайтить. Бежит, он уже бежит. Видишь? Еще раз. Ай, промазал, как обидно. Так. Патроны закончились, кстати. Ай-яй-яй, вот это я лох. Так, взбиваем. Где ты там? Готово. Открыто достижение, это Refine Assassin. Хорошо. А вот и лифт подъехал. Как же вовремя. Драгоценный камень от короны. И патроны для ТМП. И, судя по всему, второй драгоценный камень от короны будет находиться во второй руке. Точнее, во втором помощнике Лазара. Это мы выясним чуть попозже. Так, лифт приехал, и, значит, топим к нему. А, по-моему, еще что-то там я забыл. А, нет, все нормально, ничего я не забыл забрать. Можно уходить. Сюда же? Все верно, сюда. Так, что здесь? Да, можно было, кстати, и сюда бежать. Здесь тоже есть эта штуковина. Забираем патроны, забираем спрей. Больше ничегошечки здесь. Нет, хорошо, поехали. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done.
Ну, вот и все. Прошел я главу 4.1. К сожалению, два раза пришлось умереть. Ну, и ладно, две смерти мало чем отличаются от четырех в итоговой строке. Так что я даже не особо расстраиваюсь. Главное, что прошел. И, в принципе, собрался, что надо. И, блин, это какое-то очень долгое получилось прохождение. Больше часа. Ну, ладно, надеюсь, вы не устали его смотреть. В любом случае, спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Старпёр. Всем счастливо. Увидимся в следующий раз.